Ого! А вот и я, а вот и моя бэха. Вау, царь, просто царь, ребята. У меня крутая бэшечка. Поехали. Воу, вот это да. Нитро с самого старта дал и всех соперников оставил позади. Вот. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. Ну что ж, давайте приступим, мы сегодня будем играть Need for Speed Most Wanted. Давайте, ребятки, будем выбирать наши автомобили, которые нам нужны. А что у меня только два автомобиля-то? А, в этой гонке у меня только два доступно, что ли? Или у меня вообще два? Ха-ха, ребятки, посмотрите, у меня два автомобильчика. Так, я хочу вот эту BMW, ребяточки, взять черненькую. И на ней я хочу, собственно, ребятки, покататься. А, у меня, ребятки, 900 миллионов денег, у меня денег очень много, я могу покупать любые машины, ездить, ребятки, по любым городам. И, собственно, ребятки, давайте возглавим черный список по рейтингу, как мы с вами и хотели. Так, 14 у нас был этот, давайте на 13 список перейдем и, собственно, прокатимся. Поехали! Так, 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 подождите, ребятки, спринт, вот, начать гоночку, да. Ну что ж, готовы, ребята, к гонке? Погнали! О-хо-хо, вот это у меня BMW, ребята! Вот это да, посмотрите, какая точила! Ох, давай, бэха, я в тебя верю! Погнал, 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 газу, газу, газу! О-хо-хо. Давай, 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 нитро ей! Вау, ребята! Лечу! Вот это да, вот это в действительности моя машина, ребятки, что-то умеет. Это в действительности то, ребятки, что мне нужно. Ого, я еще не ездил на такой быстрой BMW, ребята. Только посмотрите, как она ездит. Но, ребятки, стоит учитывать тот факт, что соперники, я вам хочу сказать, не слабые. А с легкостью меня догоняют и даже перегоняют. Вот я на поворотах, ребятки, немножко сбавил скорость, но они все же понимают, что я могу в любое время проиграть. И видите, жмут газ в пол. Ой, ребята. Опа, уже полиция, ребят, за мной. Вы слышите? Вы это слышите? Уже полиция, оказывается, за мной охотится. Поехал на восток по бульвару. Уже говорит полиция всем постам, все постам. Буду Юру арестовывать, потому что он будет превышать скорость. И мы его все арестуем. Ну, это довольно-таки... Ой-ой-ой, вот это я врезался, ребятки. Никуда не годится. О, нитро на полную катушку. Ой-ой-ой, где-то показывает мне, что здесь полиция недалеко, ребятки. Радар. Ну, вроде бы уже мы... Ой-ой-ой, ребята, да что ж ты будешь делать? Вы видели, как я врезался? Я не хочу проиграть. Пожалуйста, не сегодня. Еще и дождь собирается. Еще и дождь пошел. Ребята, надо быстро. Че ж нитро-то так мало-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж ты будешь делать? А, вон уже финиш. А я, ох! Фух! Вот это я пролетел, ребята, вы видели? Ого, а здесь уже не пролетел. Да что ж ты будешь делать, а? Вот это я дал. Вы видели, как это было круто. Через такие виражи, через такие повороты. Так, БМВшечка, давай, маленькая моя. Давай, малышка. Вперед, ехай, и все будет у тебя отлично. Да, ребятки, пришел я, конечно же, последним. Да, геймер у меня кличка. Пришел я, ребятки, конечно же, последним. Но не стоит отчаиваться, ребятки. Мы с вами сейчас возьмем лучше кольцо. И в кольце... Вау, вот это да. Давайте посмотрим, как наша машина, ребятки, умеет крутиться на виражах. А ну, БМВшечка, стой вот так вот. Готовы, ребята, к дрифту? Давай, 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 давай. О, давай, давай, пошел, пошел, пошел. Вот это да, вот это мощь двигателя. Вот это я, ребяточки, понимаю. Давай, воу. Вот это бэха у нас крутая. Вау, машина с дровами. Ребятки, чуть ее не подпер, да, бывает и такое. Так, давай, давай, давай.
Давай, нитро ей. Хо-хоу! Вау! Ого, ребята, я в бочке с водой врезался. Так, ребятки, подождите, давайте все-таки пойдем же в гараж и выберем какую-то гонку. Потому что просто так кататься я не хочу. Это реально трата времени, ребятки. Давайте черный список, и мы остановились на каком? На 13-м, по-моему, да? Давайте 12-ю выберем вот эту девочку и выберем, наверное, лучше вот колечко. О, кольцевая гонка мне, ребятки, побольше нравится, чем обычная. Мы сейчас с вами посмотрим, с чем она... с чем мы ее сможем кушать. Ого! А вот и я! А вот и моя бэха! Вау! Царь! Просто царь, ребята! У меня крутая бэшечка! Поехали! Воу! Вот это да! Нитро с самого старта дал и всех соперников оставил позади. Вот это круто! Так, поворот. Очень крутой, ребятки. Нужно быть аккуратным. Ой, резкий. Нужно быть более аккуратным и бдительным, потому что в этой игре довольно такие повороты присутствуют. Такие, что бывает... Бывает, можно врезаться, вот как я, например, сейчас. Вы видели, меня чуть реально не развернуло. При том, что я, ребятки, водитель так себе, не очень я смог вырулить из данной ситуации без аварии. Так, надо быть аккуратным. Ничего не видно. Вот видите, я же говорил, надо быть аккуратным, потому что абсолютно не видно ничего. Я подъезжаю сверху. Мне это просто-напросто не нравится. Давай, 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 давай. Отлично, отлично. Ой-ой-ой, поворотик. Поехали. Ой-ой-ой, как так меня на повороте обогнала какая-то тачка. Ее надо догнать. Я не понял. Ого, в меня чуть столб не врезался, ребятки. Вы видели это? Ой-ой-ой, фух. Чуть машину не протаранил. Так, я не понял, кто это там такой крутой на такой скорости гоняет. Реально, что, круче меня кто-то? На Мерседесе на каком-то? Или на Додж Вайпер? На чем он там? Я даже не вижу, ребят. Что у него за тачка-то? А, ребята, он приехал первым. А, это еще круги. Ребята, еще второй круг у меня есть. У меня еще есть шанс. Или на Мазде RX-7 у него, по-моему. Или что это? Да, ребятки. Мазда RX-7. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ого, меня опять обошли. Опять обошли, ого, у меня даже Субару. Или это Митсубиси, или что это было? Я не понял, ребята, а ну-ка, Кейш, у меня бэха лучше, чем ваши автомобили всратые. Я хочу доехать побыстрее. Ой, тихо, 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 поворот, 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 второй поворот. Поехал, 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 отличненько, просто супер. Так, тихонько, тихонько, поворот, 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 поворот. Вот на этом повороте, ребятки, меня в прошлый раз и обогнала Mazda RX-7. Надо быть более аккуратным, более бдительным, ребят. Вау! Вот это да! Вот это круто! Так, поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Отлично! Я считаю, ребятки, что это просто замечательно. Так, тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Ох, отличненько, ребятки. И мы первые пришли к финишу, и мы, да-да-да, ребятки, победили. И это просто замечательно, я хочу сказать. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Теперь можно притормозить. Притормозить, ребяточки, и... Так, что у нас дальше? Ага, это карта заездов. У нас ее нету, потому что, ребятки, мы выбирали из гаража... где мышь? А, гараж. Да. Так, ребятки, ну что же. И вот я в гараже. Так, давайте черный список. Посмотрим, кто у нас здесь был. Вот эта девочка. Да, давайте возьмем теперь... давайте спринт. Вот. О, спринт мне нравится. Я такой вот хочу спринт. Начать гонку. Да, конечно, начать гоночку. И мы с вами начинаем супергонку, ребята. Ох, точила моя, ребятки, как всегда, на поготове. Просто супер.
Готовы? Давай, давай, малыш, вперед! И мы, как всегда, ребятки, вырываемся вперед, потому что у нас реально бешеная скорость. У нас за 2,5 секунды, ребятки, набирает машина 200 км в час. А эта скорость, ребятки, если вы знаете, очень сумасшедшая. Так что, ребятки, аккуратнее надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мы немножко врезались. Ого, нас точило, пообгоняли. Я не понял, в чем дело-то, а? В чем дело? Кто нас обогнал-то? Сейчас догоним, сейчас покажем. Сейчас догоним, сейчас покажем, где зимуют раки. А ну уйди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Во, вот так вот. Вот так вот уже намного лучше. Мне так уже нравится. Когда, ребятки, я первый, я себя чувствую более уверенным. Более, так сказать, уверенным в том, что я приду первым. И уверенным в том, что я, ребятки, когда приеду на финиш, я выиграю очень много-много денег и гонораров, за которые я смогу купить еще больше автомобилей. Вот так вот. И запчастей, тюнинга разного. Так что вот так вот. Ого, ребятки, вот это был крутой реально поворот. Такой поворот, конечно, с изгибом, да. Так, ребятки, скоро уже конец трассы, а я все еще не первый еду. Что это такое-то? Опа, он врезался, и я врезался. Да как так? Что ж ты будешь делать? Давай газуй, вот уже финиш скоро. Давай, Юра, третья передача, четвертая. Поехал, 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 давай нитро ему. Давай, давай, БМВшечка моя любимая. Вот и гроза сейчас начнется, еще попадем под дождь опять. Так, обгоняй эту фиолетовую девчонку. Там девчонка за рулем-то. В этой фиолетовой. Ого, ребятки, вот это она врезалась. Вы видели, я ее столкнул. И она тупо врезалась туда. Так, поворот, ребятки, сейчас будет резкий. Так, теперь, ребятки, побольше нитро. Вот так вот. Хорошо идет машинка. Так, опять, ребятки, поворот. И вроде бы все пока идет замечательно. И вот уже финиш скоро. Вот после этого поворота. Ой-ой-ой, я не должен был врезаться. Меня обогнали реально на финише, ребятки. Вот это моя была ошибочка, конечно. Ну ничего, не стоит, ребятки, расстраиваться, так как мы все равно с вами, ребяточки, сегодня не раз победили и покатали, ребяточки, крутую просто тачку, BMW черную тройку. Так что, дорогие друзья, подписываемся на канал, ставим пальчик вверх и оставляй какой-нибудь, ребятки, комментарий. А если ты каким-то образом еще не подписался на мой канал, обязательно это сделай. Нажимай на красную мордочку, которую ты сейчас видишь на экране. Подписывайся, смотри мои видосики, комментируй их. Пока-пока!